Am terminat, dar Resistance. Замигами кармарка, ребят, всем желаю приятного просмотра. Не забывайте про лайки, про подписки на канал. Поехали. Мы вернулись в Пасадена. Нам нужно провести разведку, сфотографировать секретные объекты Skynet. Ну и там побочные некоторые маленькие квесты повыполнять. Блин, вот сволочь, все-таки успел пару тычек дать меня. Так, давайте по карте все-таки двигаться. Так, это у меня побочная заначка Колина. В принципе, можно сюда сгонять. Мелкие сюрпризы. Хуя там пачка вот этих тараканов, это надо быть аккуратнее здесь. Private, there's a strong possibility that you'll encounter a T-47 there. It's Skynet's newest walker type HK. If you can, take a photo of a functioning unit that we can analyze. Over and out. Охренеть. Существует вероятность, что тут какая-то новая модификация терминаторов нас может ждать. Круто, когда ты узнаешь хорошие новости уже, когда... Так, а я могу это? Такое ощущение, как будто этих дронов у него целый, я не знаю, миллион. Блин, я же думал, я тебя сбил, дебил. Хожу, ищу твои обломки.
That's gotta be Colin's hideout. При достаточно навыке уровня взрывчатки вы можете временно обезвредить или даже забрать установленную лазерную ловушку. Подойдите к лазерной ловушке, нажмите Е один раз, чтобы временно отключить ее. Еще раз, чтобы забрать. Looks like Colin rigged this place with traps. I better be careful. Dispensary? There has to be a hospital nearby. Так, мы сохранились. Все, что тут? Ага, вон сумочка лежит тут, что-то. Хрена тут. Боевой симулятор. Различные симуляторы временно повышают вашу скорость, выносливость и реакцию. Чтобы использовать, поместите их в слот. Затем нажмите. А, понял. Так. А, задание. Инвентарь. Ну, мне кажется, это нахер нам вообще не надо. Симуляторы. Хорошо, дальше что у нас? Мелки, а здесь... Давайте за мелками сгоняем. Сука, надеюсь, сейчас нас из этих мелков сраных не завалят. Ой, блядь. Так, давайте мы немного здесь посмотрим. Так, задание. Кайнес с ужасающей скоростью продолжает разрабатывать новые технологии. Одна из его новых технологий Т-47, ходящий терминатор, только появляющийся в Пасадене.
Командир Бэрон хочет, чтобы я сделал фото рабочего экземпляра, чтобы проанализировать его слабые точки. Беру оружие, само собой. Так, и что, у меня есть еще? Нету. Блядь, не в том направлении я иду. Аванпост сканер. Чтобы отключить аванпост сканер, вам нужно уничтожить генератор. Или вы можете взломать главный компьютер и захватить контроль над всеми уровнями на территории аванпоста. Commander, I've encountered Skynet's plasma storage. You have a green light to destroy any Skynet structures in Pasadena. But keep in mind, that is not your highest priority. If you want to save ammo, overloading the main computer at any storage facility will do the trick. Ебать, тут терминаторы. Подождите, мне что надо? Это что? Это, да. Блин, мне надо захватить контроль над аванпостом. Блин, надо захватить турели. Ой, блин, а я начинаю. Хотя не так далеко. Пусто. Так, а я... Ага, я почти уже на месте, да? Блин, а это что?
Sending it right now. Well done, Private. Now proceed with your main objective. Ну ладно, первое задание выполнено, да? Типа сфотографировать. Sign. That has to be Jennifer's house. Как мне туда зайти? Я выполнил. Кажется, незнакомо нам нужен, бля. Jennifer's father. Poor guy. Так, это отец Дженнифер. Значит, что я выкину? Давайте не буду выкинем. Блин, я выкинул не тот. Так, давайте начнем с магазина. Урон.
Блин, меня достал этот квест реально уже. Empty. Now where's the rest? Is that a map to your hiding place, Patrick? Блин. Фу, блядь, и все это из-за сраных мелков. Слушай, а что будет, если я подзорву просто вот эти вот генераторы?
Ничего себе. Слишком много терминаторов, парни. Слушай, я прям совсем рядом, да, с тем местом, где у нас была драка последний раз. Да уж. That's quite an imagination you've got there, Patrick. Okay, that should do it. Левел дали, да, нам? Так, давайте посмотрим. Даже думать не надо, сразу берем опыт. Если есть возможность брать опыт, берите опыт всегда, в любой игре.
Используйте ультравизор, чтобы сделать фото установок Skynet и врагов. Так, ну, сука, куда же аванпост, аванпост, западный аванпост. Давайте, ладно, аванпосты позахватываем, сколько у нас уже длится. Так, у нас 33 минуты идет стрим. В принципе, можно на этом, я думаю, закончить и уже в следующей серии добить этот квест с Пасаденой. Всем большое спасибо, что пришли, что посмотрели, ребят. Все ссылочки находятся в описании к ролику. Переходите, смотрите, не забывайте про лайки, про подписки. До скорых встреч. Всем пока.